Владимирской области, третья группа, зона Юг, Добрыня, Громит, Андреевский Горняк со счетом 10-4. Но не все так было просто, да, в первом тайме была тяжелая игра, неожиданное начало. Как тебе игра вообще, Андрей? Ну, на самом деле я в шоке с того, как мы начали эту игру. И очень рад, что нам удалось переломить исход и встречи, еще в первом тайме сравнять счет. Потому что если бы мы этого не сделали, я думаю, все было бы гораздо сложнее. А так, все молодцы, всех поздравляю с победой. Показали характер. Без таких игр нельзя играть во второй лиге, я думаю, без характера. А сегодня забили 10 мячей. В прошлой игре Лакинску забили 10 мячей. А может быть, есть мысль, какой гол самый красивый сегодня? Камола. Который первый или второй? Первый. Это было вообще великолепно. Накануне ты пропустил несколько игр, но сегодня ты в игре. Расскажи, пожалуйста, о своей травме, почему не играл и какие вообще прогнозы на здоровье, как себя чувствуешь? Тренировка обычная, шел дождь, я убежал, убрал под правую. Правой надо было бить, а я решил левой, мимо мяча махнул, у меня щелкнуло колено. Вот, и потом пошел ко врачу, сказал, что повредил связки и мениск. 2 недели ходил пешком, мази мазал. Вот, и сейчас затейпировал и вперед. Сегодня выходил, это достаточно большой риск был получения повторной травмы. Ну, а что делать-то? Отлично себя чувствую, все хорошо. А когда пропускал матч, когда смотрел на трибуне, как смотрелась игра со стороны? Со стороны смотрелось хорошо, и было большое желание выбежать на поле, если честно. Я не знаю, как Ваня смотрит на все это дело со стороны, потому что это невозможно. Я бы не смог. Большое желание играть в футбол именно на поле. А когда ты сидишь и смотришь, и не можешь никак повлиять на то, что происходит, то это очень тяжело лично для меня. Нападение Добрыни достаточно сильно изменилось и в межсезонье, и по ходу этого сезона. Как ты вот оценишь игру линии нападения и насколько сильная конкуренция вот среди нападающих, потому что пришел Борис Кузьмичев, сильный нападающий, да, даже Женя Поцелуев разобивался в предыдущей игре. Ну, конкуренция – это всегда хорошо, есть стимул работать, не застаиваться, плохо, когда ее, наоборот, нет. Вот, а игру нашу оцениваю в последних играх, ну, раз по 10 забиваем, какие тут могут быть вопросы, но все равно можно лучше гораздо, то есть много аспектов, над которыми стоит поработать еще. Когда не играл, получил травму, не опасался, что потеряешь место в старте? Так, у меня тут у всех, даже если не травма, есть шанс, то, что можно спокойно потерять место в основе. Поэтому здесь надо просто приходить, тренироваться и доказывать. Перед игрой с Андреевским Горняком желто-черным оставалось набрать всего 6 очков для победы в группе «Юг». Железная победа, то есть чемпионство. Сейчас первая победа состоялась, осталось набрать 3 очка в 2 матчах. Как думаешь, чемпионство не уплывет? Хороший вопрос. Ну, если будем играть так же, как сегодня в первом тайме, то все возможно. А если так соберемся, то, думаю, не уплывет. После окончания регулярного чемпионата нас ожидают стыковые игры с группой «Север», где борьба гораздо более острая, и на победу там претендовали аж 4 коллектива. Кого бы ты хотел видеть в соперниках в стыковых играх? Это Покровская «Ника», Костеровский «Темп», Городищенский «Усат» или «Киржач»? Ну, наверное, Покровскую «Нику». Во-первых, ехать не так далеко. Во-вторых, там «Шоколадную фею» посмотреть, там «Макдональдс» зайти. Может, девчонок еще. Я же в предсезонном интервью уже говорил, что мне нравится, когда девчонки ходят на футбол. Здесь уже вот тоже ходят. Может, в Покрове еще больше девчонок ходят. Съездим, посмотрим. Если выиграем, конечно. Ну и теперь самый главный вопрос, который волнует всех болельщиков. Как поживает твой канал на YouTube? Канал, ну вот мы договариваемся с тренерами все записать, челленджи, они как-то не хотят особо. Ну, канал, да нормально, пока что-то не особо, нет времени снимать, то есть поступление в институт, футбол, тренировки, сейчас, может, что-нибудь опять начнем снимать. На самом деле я заморачивался, смотрел твои материалы, и ты начинал с каких-то вот именно футбольных вещей, челленджей, там, я не знаю, мастер-классов всяких.
Вот, скажи, есть ли какое-то желание продолжать футбольную тематику? Да, да, есть. Сейчас займемся этим. Вот в ближайшее время, думаю. Вот еще хотел сказать, да, Данил Добрынин у вас участвует. Да, да, можно, с этого все и началось. Можно ли ожидать еще кого-то? Конечно, да, вообще без проблем. Было бы желание у людей из Добрыни этим заниматься, то мы всегда готовы пригласить и видеть у нас на канале. Кстати, ссылки будут там в описании. Ставьте там лайки, подписывайтесь. Ну все, красавцы, молодцы, с победой. Спасибо. Я топор. Почему еще нет на нашем канале челленджа с тренером? Потому что тренер, да, вот. Здесь мы говорим, то, что теперь после сезона мы надерем тренерам. В общем, мы выиграем тренеров в челленджах.